Всем привет! В общем, решили мы все-таки обзавестись домашним интернетом. Пришло время, потому что наш провайдер мобильного интернета стал просто жутким. В общем, сам провайдер стал вообще непонятно каким, а интернет стал просто жутчайшим. Даже в WhatsApp, в Skype не поговорить ничего. Я уже молчу про работу онлайн и все остальное. Решили мы установить домашний интернет. В общем, начали мы с того, что начали изучать, какой интернет здесь доступен, какие провайдеры. В общем, при таком кажущемся, не знаю, разнообразии всего, оказалось, что всего лишь два провайдера могут предоставить интернет в нашем, ну, в нашей квартире, в нашем районе, наверное. Хотелось бы сразу сказать, что интернет в США просто жесть, дичь и находится на уровне каменного века. И да, это ни для кого не секрет, что интернет в США просто ужасный. И, в общем, обратившись к одному провайдеру, выяснили, что максимальное, что может он нам предложить, это 25 мегабит в секунду. Это просто вообще на уровне я не знаю чего. В общем, последнее, когда мы в России даже сталкивались с подключением интернета, скорость была 100 мегабит в секунду. Эти нам предлагают 25. Это 2022 год. Вот. Обратились ко второму. Второй нам предлагает скорость до 200 мегабит в секунду. Ну, естественно, разница колоссальная. И по стоимости. Значит, первый это AT&T провайдер, у которого 25 мегабит в секунду. Нужно платить со всеми скидками где-то $60 в месяц. Это там и безбумажная, и автоплатеж, и в общем все-все-все скидки, которые можно было, они нам типа посчитали. Плюс еще нужно было платить $100 за установку, за вызов мастера, который нам установит интернет. И вот каждый месяц где-то $60. А что-то дорого, $60 для интернета в 25 мегабит в секунду. В общем, второй Spectrum, второй провайдер Spectrum, в общем, мы его и подключали, подключим, в общем, мы согласились оплатить. Там ты устанавливаешь, подключаешь сам интернет себе. Скорость до 200 мегабит в секунду стоит это... Сколько это стоит? Это будет стоить $50 в месяц, плюс $10 это вот этот вот роутер, или не роутер, а он же бесплатно написано. В общем, короче, разведут где угодно. Было написано, что этот модем бесплатно, но $10 они берут за установочный этот набор. То есть, наверное, вот эти все провода, зарядки и все остальное. В общем, за все мы заплатили $60 плюс налоги. Сами установим, посмотрим. Главное нам скорость. Ну и как по традиции в Америке оставляют посылки прямо на пороге дома. В общем, это наш интернет принесли. В общем, такая огромная коробка, куча бумажек, и у них это называется модем. Так, и вот там вот внизу должны быть, а вот они, провода. Господи, такая огромная коробка на такую маленькую ерунду. Короче, что-то он тут пришел какой-то покоцанный, или он не новый, или, в общем, непонятно, что тут, куда тут. Но зато он бесплатный, он входит в стоимость. Так, ну вот и весь комплект, вот этот вот модем, желтый провод интернета, кабель, сейчас вот Злата будет тут подключать, и наш роутер. В общем, модем нам бесплатно достался, он шел в комплекте, роутер нам пожертвовали друзья-знакомые. Вообще мы думали, что это розетка кабельного телевидения. Оказался интернет. В общем, в США интернет на грани фантастики. Я помню, мы еще в Донецке лет 10 назад
узнали о таком интернете через, как это называется, через кабельное телевидение. В общем, здесь что-то типа этого. Так, теперь, в общем, подключаем этот же провод. А, вот я вспомнила, это называется коаксиальный интернет к роутеру. Все, воткнула. Да, вот, кстати, здесь еще в комплекте идет вот такой вот еще дополнительный шнур и вот такая вот штука. Кто помнит, 200 лет назад, лет 15 назад мы это использовали в Донецке для разветвления домашнего кабельного телевидения. Да, в общем, о, ну что-то тут роутер заработал, что-то он ищет. Сейчас мы подключим модем к питанию и, надеюсь, будет нам счастье. В общем, Злата включает питание в этот модем. А, технологии 15-летней давности. Так, вот загорелась целая куча каких-то кнопок. И вот, в общем, нехитрыми такими манипуляциями ребенок смог подключить интернет. В общем, для того, чтобы активировать и подключить интернет, вам нужен интернет. Привет, Марина. Давайте активируем ваш, в общем, интернет. Ну и, в общем, настроили мы наш модем, роутер. В общем, мы теперь с интернетом будем пользоваться. Посмотрим теперь, какая будет скорость. Будем ли мы довольны или нет. В общем, всем спасибо. Всем пока.